Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Шуламит, и я сегодня приехала в Хайфу на мой самый любимый пляж и решила вас взять с собой и показать вам подробно все, что тут есть. Вот здесь есть волейбольная площадка, вон натянута сетка. Здесь спасатель находится. Пляж этот находится около вот этой вот гостиницы. И давайте пройдем на пляж. И я собираюсь не сюда, потому что здесь волны, волнения. А я пойду вон на тот пляж. Вот питьевая вода. А это поилка для собачек-кошечек. Это гостиница Леонардо. Раньше она называлась Ла Меридиан, раньше еще как-то. В общем, уже и не припомнишь. Видимо, меняются хозяева и меняется название. И там еще одно здание, насколько я помню, там находятся уже апартаменты, а не просто гостиничные номера. Туалет. У него на спине написано «Спасатель». Здесь первая помощь, оказывается. А это уже раздевалки с душами. Мужская и вот там женская. Все это бесплатно, потому что меня всегда спрашивают. И вот мы пришли на тот пляж. Здесь такой киоск, где продается всякая всячина. Все, что нужно для пляжа. Здесь можно помыться после того, как вы искупались в море. Видите, вон Хайфа, вот гостиница. Спасательная станция. И что я хочу вам рассказать, это то, что здесь такой мол, что волны через него практически не переплёстывают. И здесь образовалась такая лагуна, в которой очень приятно купаться. Сегодня сильное волнение на море. Вот на этом спасатели выходят спасать. Вода сегодня 29 градусов, температура воздуха тоже 29 градусов. Видите, какие там волны? Видите, какое там волнение на море? А тут тишь да гладь, да Божья благодать. Чудесная водичка. Сейчас я пойду купаться. На этом пляже не выдают никакие лежаки, никакие стулья, никакие зонты. Поэтому, как вы видите, кто во что горазд. Ну и мы приносим только стулья пляжные, потому что здесь есть такие навесы, которые, под которыми всегда находится место. Так что мы сейчас расположимся удобно, и я пойду купаться. Ну, на этом, наверное, все. Еще хочу сказать вам, что сейчас уже сентябрь. Сегодня пятница, в пятницу минимум до 12 дети в школе. Дети, которых вы видите, это только дошкольники или, наверное, туристы какие-то, может быть, приезжие. Здесь на этом пляже довольно много туристов, но, конечно, не все тут туристы. В сентябре здесь гораздо спокойнее, и учитывая то, что сегодня пятница, то тоже спокойнее и легко можно поставить машину. В субботу здесь, конечно, людей все-таки больше. Но никогда не бывает тесноты. На этом все. Иду купаться. Желаю вам всего самого лучшего. Будьте здоровы, берегите себя. И до новых скорых, надеюсь, встреч.